А в Европе жертвами урагана стали не менее 6 человек. О погибших сообщают власти Польши, Чехии и Германии. Серьезно пострадала инфраструктура этих стран. В Словакии, Австрии, Венгрии и Сербии стихия оставила тысячи человек без электроэнергии. На один из немецких островов выбросила 225-метровый грузовой корабль. А в немецком железнодорожном концерне отметили, что стихия нанесла значительный ущерб на нескольких ключевых маршрутах. Центр Гамбурга затоплен. Пожарная служба Берлина объявила чрезвычайное положение.